Фиш-стрит. Рыбная улица. Аптека Чиканука. Лёлик, я все прекрасно помню. Все должно быть достоверно. Упал. Вырвался. Черт возьми. Вырвал, прости, черт побери. Смотри, ты припутай. Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, гости моего канала Афроманго Мукбанго. Ну что ж, у меня сегодня такой необычный мукбанг. Налил себе чайку. Так, положил лимончик. Положил тарелку халву с этим, с изюмом. А теперь подсветка. Не знаю, как ее поставить. Вот. Так, халва. Берем халву. Ставьте лайк, если тебе тоже это понравится. Обалденная халва. Пирог. Неудобно есть, одну держу в руке фонарик, а другой ем. Вот тут халва на тарелке, вот тут чай. А меня не видно как бы. Не, вот он я, вот. В ультрафиолете. Она халва, будет эфирить, освещаю ее. Надо было на лоб нацепить. Точно. Ну ладно, в следующий раз нацеплю на лоб. Ультрафиолет. Кому нравится ультрафиолет, ставь лайк. Неудобно. Разломлю, разломлю. Так вот, ну, одной рукой. Ну, повторюсь. Вкуснотища. Чаёк. Хорошо, хорошо есть такая возможность записывать, а так бы ничего не было. Такой необычный мукбанг пришел снять.
Это надо белую футболку одевать, чтобы меня было видно. Ну как по типу, как я все равно в клубе нахожусь. Если вам понравится такой, я запишу еще вторую часть. У меня сейчас рука устает. Запишите. С изюмчиком хава вкусно. Мне нравится. Вот я все и съел. Ставь лайк этому видео. Ставь лайк этому видео. Если тебе понравилось, сниму еще, как я уже говорил. Всем здоровья, счастья, удачи, всего самого хорошего. До следующего мукбанга. Если вам понравилось, напишите. Ультрафиолет. Все, пока. Заходи, если что.